С вами Вера, и я дочка, и ждем. У нас типа мама. Да, у нас есть типа мама. Да-да. Да-да-да, конечно. Ну, есть типа мама. Так. Это она, эту девочку я не знаю, не знаю. Вот эта девочка, ей 5 лет. Да, не стать, привет. Я написал привет. Пишу привет, 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 привет. Привет. Я от Едига. Что такое? Привет. Девочка, привет. Чё, привет, как так? Чего? Они тут объясняют. Золотую руку мне. Прикольно. Хоть я. Прости, у девочка будет. Ты будешь ответить с Русой. Я буду снимать видео, и ты будешь попадать в карту сестра, как я поняла. Как, Ваня? О, у нее ноги я не заметила. Какие я не люблю. О, ноу. Давайте прекратим. Вот смотрите, как у нее ноги, как тело. Вот. Все, давайте. Я не знаю. Уже утро. Мне кажется, вот так. Это моя сестра. Мне почему-то всегда нужно вставать рано. Простите, будет заново и запуск. О, ну, не так. Простите, я всегда... Я думаю... Нет. Простите, кто будет видеть. Прости, девочка, я уверена, не обижайся, а я... Я уверена, не буду, пожалуйста, не обижайся. Ноу-ноу-ноу. Я не пойду, я боюсь меня наугай. И вот я вернусь в взрослом возрасте в свой дом. Такая сказка будет про маленькую девочку, какая вырастет, как все мальчики и девочки пони, одинокой девочкой, всеми забытой. Я надеюсь, я никем не забыта. Ну, вот тут я буду. И она вырастет крутой девочкой. Все понимают, у нее жизнь без мамы. Но кто не понимает нее? Она вырастет одинокой, без мамы. И где? Не одинокой ней. А сестра просто даже знает о ней, у нее интересуется, где она, какой она беде может быть, я так думаю. Потому что она, не знаю, у нее имени даже. Горько. Я не знала, что мне делать в такой жизни.
Кто-то расскажите мне. Расскажите. Думаю, не плакать. Надо сделать с собой. Я устала. Простите, таким тоном. Простите, таким тоном. Извините. И так. Ставим дома. И на следующий день мы увидим... Ой, простите, я пою. Так, мы встретимся с нашей мамой. Нам не нужно грустить. Вера забыла. Меня, кстати, как она могла забыть? Ну, завтра она встретится с мамой. Какая ее не забудет никогда. Вера забыла одеться и побежала к дежурному, доставая одежду. Вера не могла не торопиться. Вера оделась в колготы и плакала. Она не хотела плакать, забыла. Надо открыть тумбочку и достать ее любимое. Забыла. Она начала открывать тумбу. Немедленно. Не знала. Она торопилась. Она поторопилась. И одетая. Побежала. Она забыла причесаться. Как она могла это забыть? Она поспешила причесываться. Не знала, что еще не делать. Увидеться типа с мамой. Типа мама. Вера быстро начала причесываться. Не знала, что делать. Вдруг... Вера быстро все знала. Быстро не знала, что не причесываться. Она подумала, вот это будет красиво. Она увидела, как это некрасиво. Она подумала, может сделать что-то такое. Мне это понравилось. Она увидела, с другой стороны нет волос. Мне не понравилось. Такая прическа ей понравилась. Она забыла успокоиться. Она заплакала. Как я могу опоздать? Я опоздаю. Я не знаю. Вера... Убегая из дома, она успокоилась, она не плакала, только расстроенная была. Она открывала дом, побежала к маме. У нее не было машины, она была небогатая, но дом она накопила, а на машину нет. Она бежала своими ногами. Знала. Надо торопиться в судьбе. Она вспомнила, у нее хватает на велосипед. Она достала последние свои деньги. Доехать маме и что-то. Дать последнюю у нее зарплату. Последнюю. Она поспешила в магазин. Сказала, у нее нужен скейт. Она побежала. Вера, у нее
мне нужен скейт. Мне да и скейт. И она быстро ехала. Торопилась. Она увидела там чужой дом. Не мама. Она посмотрела. Мама на сей его нет. Посмотрев, она не увидела. Доказательство, она тут. Она поняла. Придется здесь начинать заново. Она покивала. Да. Больше у меня нет ни сестры. Зачем я тогда торопилась? Зачем? Расскажите мне, зачем? Она подумала, может, это пранк? И она расстроена. Подумала, вдруг это я напрак? И мама убрала себя отсюда. Я беспокоилась. Она подумала, так и есть.